В законодательном собрании стартовала благотворительная акция «Елка желаний». Уже во второй раз областные парламентарии становятся помощниками Деда Мороза, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья, те, кто остались без попечения родителей, а также дети из нуждающихся семей, смогли ощутить всю атмосферу новогоднего праздника. Установленную в областном парламенте елку украсили новогодними шарами, в которые вложены записки детей с новогодними пожеланиями. Депутаты, участвующие в акции, снимали с елки шар и узнавали, кому и какой подарок предстоит сделать, чтобы исполнить новогоднюю детскую мечту. Варвара Юрьевна, наушники беспроводные, настольные игры, сладкие подарки. Сделаем для Варвары Юрьевны. Новый год – это всеобщий праздник, подарок будет. Котова Виктория Романовна. Лыжный набор или фигурные белые коньки. Ну, буду Снегурочкой. Депутаты законодательного собрания от партии «Единая Россия» во второй раз принимают участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», чтобы в преддверии Нового года ни один ребенок не остался без подарка. Это будет замечательный подарок и самая основная память о том, что наказы сбываются в жизни, надо мечтать, надо всегда заказывать. И независимо от того, что в будущем, кем кто-то станет, самое главное то, что у него останется. Была мечта. Что она исполнилась. Это главное. В рамках акции «Елка желаний» депутаты областного парламента исполнят пожелания более 20 ребят из разных уголков Тверской области. Мы с коллегами всегда готовы принять участие в реализации желаний наших детей, тем более такое чудесное и новогоднее время. Поэтому жду с нетерпением встречи и вручения подарка. Все, что задумано, и не только детьми, наверное, и взрослыми, когда ты очень это захочешь, эти желания всегда исполняются. Эти желания от души, и от души хочется порадовать детей. Благотворительная акция «Елка желаний» проходит в России с 2018 года на всей территории страны. Каждый год она объединяет тысячи неравнодушных людей, готовых безвозмездно творить добрые дела.